Дорожные работы на улице Ленинградской завершены. Все пробы асфальта для экспертизы взяты и направлены в лабораторию. В Салавате ждали результата. И вот оценка специалистов готова. Все предусмотренные стандартами испытания асфальт прошел. Его качество оказалось достойным. Однако теперь предстоит оценить общий вид и благоустроенность дороги. В комиссии представители городской администрации, организации подрядчика, депутаты и общественники. В центре внимания важные детали и вопросы. Например, правильно ли установлены люки колодцев. Вопрос только в крышке, потому что, смотрите, обод на асфальте лежит. Это на асфальте лежит. Именно вопрос только в крышке. Если мы еще подпускаем, то здесь он опустится на сантиметр примерно. Вообще допуск кальберт стал 2, по АГОСТу 2, по 93-му году. Здесь один будет. По АГОСТу он проходит. Нормативы люки выдерживают, говорят члены комиссии. Однако неровности создают неудобства для водителей. То есть колодец немного ниже уровня асфальта. Незначительно, но все же создает неудобства автолюбителям, поэтому люки колодца будут поднимать, крышки, соответственно, на уровень выводиться, для того, чтобы проезд по ним был более комфортным. Также от внимательного взгляда проверяющих не ускользнули неаккуратно выполненные стыки поребриков. Необходимо замазать швы, что представители подрядчика пообещали сделать в кратчайшие сроки. Так же, как и устранить недочеты с колодцами. Протяженность отремонтированного участка более километра. Работа велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который в этом году в Салавате охватил 8 участков – на улицах Губкина, Ленинградской, Пархоменко, Революционной и бульваре Космонавтов. Площадь ремонта в рамках нацпроекта составила 6 километров и еще 4 километра в рамках других программ. Во время ремонта проводился технический надзор, а после – экспертиза. За качеством следили члены комиссии. По итогам нынешней проверки проделанная работа получила положительную оценку с определенными условиями. Мелкие замечания есть, вот вам до конца недели срок, исправите все, хорошо, а потом уже будем решать вопрос по оплате. У технадзор, в принципе, таких замечаний серьезных нету, у них все как бы тоже отработано, соответствует всем нормам, поэтому, в принципе, в целом, вот вы эту неделю отрабатываете все, и мы уже как бы решаем вопрос по поводу принятия дороги. Отметим, что в условиях зимней погоды устранять замечания позволят специальные современные добавки, устойчивые к температурным колебаниям. В будущем, если дорожное полотно выйдет из строя или на нем появится несовершенство, в течение гарантийного срока недостатки устранят подрядчики. Зульфия Суйургулова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».